Около 10 вечера на одной из улиц Автограда активисты ночного патруля заметили ВАЗовскую шестерку. Поведение водителя вызвало подозрение. Информацию о легковушке общественники передали дежурному экипажу ДПС. Останавливаемся, говорит водитель шестерки. В сторону Автозаводского по частному сектору едем. К преследованию подключились еще несколько экипажей. Погоня продолжалась около 10 минут. Все это время водитель грубо нарушал правила дорожного движения, что привело к аварии. Позже нарушителя задержали. Им оказался 20-летний житель Тольятти. Выяснилось, молодой человек вообще не имел водительских прав и заявил, что за рулем он не сидел. Как вы тут оказались, скажете? Кто-то ехал в моей машине вместе со мной. А вы один ехали? Собственник я. Если вы являетесь собственником, почему вы не знаете, кто едет за вашим за рулем вашего автомобиля? Я вот этого не пойму. Если вы являетесь собственником машины, это же ваша машина? По данным инспекторов ДПС, налицо были все признаки опьянения. Тем не менее, проходить медосвидетельствование задержанный отказался. В отношении водителя сотрудниками ГИБДД составлено 4 административных материала, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Мировым судом ему назначено наказание в виде 15 суток ареста. Кроме того, горе-водителю, возможно, предстоит выплатить крупный штраф, а также оплатить ремонт поврежденного в результате ДТП автомобиля. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.